дороги свалили. Здрасте. Вот и мы. На перерывчик. Все. Все, валим отсюда. И не трогаем никого. Давай постоим. Постоим. Вон люди уже без масок идут спокойно. Их сразу прекратили трогать. И без дороги зайдем тогда. А что идти? Без дороги просто отойти. Что-то на него еще снял, что-то. Там метан затона нет? Мента нет затона. Вообще. Он пошел туда. Что там? Не знаю. Что происходит? Ай. Мы, алло. Да. Да. Вот как раз мы здесь стоим. Где переход? Да. Переходим. Видите, что здесь? На почту. Там до человека докопались. Девушка без маски. Да? Чего? Можешь говорить подруг громче, я не понимаю, что ты говоришь. Чего ты там фоткаешь людей, а? Слышь ты? Проходите, я тебя пойдем. С дороги отошла. Так не бойтесь. Ютуб-канал «Заяц без билетика» еще подписывайтесь. И паспорта никак не давайте, вообще не останавливайтесь с ними и так далее. Так, где стоит мой двор? Все, спас. Видим, уже проходят без маски, их нас не трогают их из-за нас. Как видим, поток людей идет спокойно. Интерес к ним с их стороны потерян. Поэтому не бойтесь, главное не давайте им паспорт, они никто. Пытается что-то втереть полицейским, наверное, на нас натравить хочет. Ну да. Как обычно. Только не подкопаться. Но мы должны стоять на страже пассажиров, даже несмотря на то, что здесь есть полиция, всегда есть какой-то риск беспредела. В данном случае его нет, но мало ли. Потому что защищать пассажиров – это почетная обязанность всех нас. Вот еще, без маски.
Сопровождаем людей без маски. Сделали вид, что ушли. Клюнут, не клюнут, нет, не клюнули. Но все равно не тронули, это хорошо. О, красная стрела. Контролеры уходят. Полицейские проверяют у вас документы, уже много раз это было, это все нормально. Они их не передают МКУшникам, проверяют и все. А контролеры свалили. Вон. И третий тоже сваливает вон в том направлении. Вот так вот. Стоишь упорно, и они отваливаются. Не забывайте подписываться на канал и нажимайте на долбанный колокольчик. И хоть какое-то время пассажиры будут проходить спокойно, без штрафов. Контролеры только что вышли. Что, идем? Что, пойдемте? Сейчас буду уже заслужить кого-то. Что, пойдемте? Пойдем. Снимай, снимай. Я снимаю. Не, один остался. Пришел и ушел. Че, бежим? Иди отсюда. Че, бежим? Мы только пришли. До конца твоей смены будем тут стоять. Сбежали? Да. Вот они только-только вышли после обеда. Мы увидели нас сразу обратно. Все. Знаешь, делать ничего не пришлось.